Одинцовские единороссы в рамках проекта «Российское село» проверили ход капитального ремонта инженерных сетей в селе Каринское. В настоящий момент по канализации проложено 1030 погонных метров сетей. Устроено 43 колодца. По водопроводу проложено 796 погонных метров. В селе сейчас проживают более 1500 человек. Водоснабжение села осуществляется через водопроводные сети протяженностью 3 километра, построенные в 1978 году из стали. Чугунные сети водоотведения протяженностью 3,5 километра ведут на очистные сооружения Каринского. Их производительность составляет 600 кубометров в сутки.